Як і обіцяли на початку першої години, сьогодні поговоримо стосовно того, як підготувати свій шлунок до прийому величезної кількості їжі зі святкового столу. Отже, в нашій студії ранковий гість. А сьогодні в нашій студії Павло Левковіц, спеціаліст менеджменту медицини та фармації. Вітаю вас. Радий вітати шановних телеглядачів. І так, все-таки вернемося к темі, яку ми проанонсировали, і сразу хотілося б узнати по поводу застольев праздничних. А що от ваша рекомендація, якщо можна, наприклад, даже тезисно, не стоит делать вначале? Как бы странно ни звучало, в первую очередь, конечно, не стоит на праздник идти с плохим настроением. Потому что именно хорошее настроение, нервная система напрямую связана с нашим пищеварением, самочувствием и другими состояниями, которые будет организм пребывать в праздничный вечер. Вот поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы большинство людей сознательно немножко планировали, что они будут пить, что будут кушать, как проведут этот вечер. Вот. И тогда они немножечко выстраивают уже. Смотрите, мы с вами предварительно, как бы общаясь перед эфиром, еще говорили о том, что вот традиции нашего народа, они со временем как-то видоизменились. Вот если проводить вот эту линию изменений сейчас и раньше, что можно по этому поводу сказать? Действительно, вспоминая традиции нашего украинского народа, вот даже вот эти вот гоголевские зарисовки, экранизации, великолепно видно шикарное застолье, обилие напитков и еды, но есть радикально один яркий такой момент, то есть сопровождалось это всегда все гуляниями. Это были как и танцы, просто гуляния по, возможно, селу, ближайшим территориям или какие-то, возможно, праздничные вечери. То есть была активизация, было движение, то есть не сидели люди, сложа руки, не пили, не ели, а они еще между тем, конечно же, активно проводили время, между прочим, и веселились, и хорошо усваивалось все насущное, что попадало в организм. То есть обмен веществ был получше. Естественно. Ну и, конечно же, стоит отметить, что и еда была немного полегче, и напитки помягче. Совершенно верно. Мало того, значит, еда была, естественно, натуральная, без всяких добавок и консервантов и тому подобных. Более того, напитки были... Не было напитков более 20 градусов крепости. То есть это была брага, медовуха, они были довольно легкие. И лишь при очень большом количестве вызывали какие-то негативные последствия. А по поводу вот еды, все-таки чему стоит отдать предпочтение на праздничном столе? А что стоило бы вот так посмотреть и подумать, ну это если что, то после праздников? Ну, наверное, стоит думать о том, что все-таки углеводов надо поменьше употреблять. Это имеется в виду мучные изделия. Вот любят все тортики, печенюшки, вот такие вот. Ну, макароны вряд ли, конечно, на праздничных, но тем не менее. Они довольно вместе с белками жирной пищи плохо усваиваются. И зачастую люди имеют некоторые дискомфорты, даже какие-то легкие дисбактериозы послепраздничные. Поэтому лучше придерживаться условного такого, может быть, раздельного питания. То есть отдельно немножечко салата надо вот скомбинировать с мясными продуктами. Отдельно салатики, которые идут комбинированные. Хорошая традиция у нас, скажем так, это на праздничном столе обязательно же есть очень много всего жареного. Это тоже нагрузка на организм. Стоит, наверное, тоже его уменьшить в количестве. Ну да и вообще, наверное, самое главное будет это золотая середина в приеме как напитков, так и еды. Думать о том, что еще же праздники продолжаются. Конечно, праздники продолжаются. Не только за один праздничный стол все стоит скушать. А по поводу, вот посмотрел также в интернете, что есть аллергия на напиток новогодний, скажем так, символ, шампанское. Правда ли это и почему эта аллергия существует? К сожалению, есть такие моменты, действительно. И, скорее всего, это связано с тем, что, во-первых, организм предрасположен к аллергиям. То есть надо четко понимать и знать, если были какие-то эпизоды, может быть, стоит воздержаться. И второй момент, это не совсем уже добросовестно используют ингредиенты в изготовлении этих продуктов, производители. То есть речь идет на то, что от натурального шампанского там может иногда и мало что осталось. То есть лучше, конечно, выбирать проверенного, надежного производителя, которому вы доверяете, и аллергических реакций будет. А почему именно эту тему затронули? Потому что для многих все-таки новогодний праздник это становится тем праздником, когда они впервые там пробуют какие-то напитки, скажем так, услышав от своих друзей, что «а давай вместе с нами». Поэтому будьте осторожны, чтобы этот новогодний праздник для вас не оказался очень уж памятным в этой жизни. Поэтому не рискуйте, лучше потом попозже, не портите себе новогодние праздники. По поводу также друзей и компании. Что по этому поводу можно
сказать, потому что это еще те люди, которые подбивают, скажем так, на все. Да, это такой психологический момент, проходили, наверное, его все. Но речь заключается в следующем. То есть, действительно, человек, идя на праздник, он же должен вот отдыхать. И начиная от того, что разный вот, вес, особенности организма. И разные люди по-разному подходят к вопросу. Некоторые хотят откровенно повеселиться, а некоторые просто вот находятся рядом в этот момент неподходящий и принимают удар на себя этого веселящего. Поэтому я прошу адекватно обстановки, то есть поддерживать компанию и пить меру свою. Вот. Самое главное, наверное. То есть, чтобы вы чувствовали, не перебирали, все будет в порядке. Там. Чтобы потом 1 января не искать травмпункты и так далее, где это все будем ликвидировать, эти все дела. Ну и по поводу утра все-таки. После праздника, как стоит его встречать и, возможно, какие напитки стоит выбирать, какую еду, вот, что нужно? Вот любят часто поутру, да даже в конце застолья, якобы для улучшения состояния, пить кофе. Ну, на самом деле... Это мнимая такая самообман, потому что расширяются сосуды, немножко улучшается кровообращение, в некоторых случаях даже еще усиливается состояние опьянения. Угу. Поэтому кофе нежелательно пить, по крайней мере, с самого утра, желательно попить, можно слабо содовые растворы, идеальным вариантом являются морсы, возможно, слабый какой-то чай, немножко меда и двойная доза витаминов. Угу. Вам обеспечит хороший обмен веществ, потому что витаминки входят в состав ферментов для метаболизма нашего организма. То есть уже сейчас можно об этом позаботиться, купить в аптеке просто обычные витамины? Конечно, обыкновенный комплекс витаминов, незаменимых аминокислот, которые содержат в себе поливитамины, так называемые препаратики. И вы возьмете двойную дозу поутру, и в принципе... Намного быстрее происходит. Это, конечно, не чудо, не сразу, но тем не менее. Быстрее выводятся все, скажем так, ненужные вещества с нашего организма. Да, и людям, у которых слабая желудочно-кишечный тракт, пищеварительная система, во время приема пищи, если они чувствуют тяжесть уже накануне, то есть во время праздника, ну, не лишним будут ферментные препараты. То есть есть такие специальные препаратики поджелудочной железы, всем известные, не буду рекламировать. Тоже уместно принимать. Не лишними не будут. Одним словом, нужно думать о том, что праздники – это не последний день в жизни. Нужно будет еще следующее утро встречать, и желательно, чтобы без головной боли и без тяжести в желудке вообще. Ну и, конечно же, чтобы поменьше было различных компроматов на вас после праздника. Так что вот так, друзья, помним о том, что праздники есть праздники, но жизнь продолжается. Дякую вам за те, що сьогодні завітали в нашій студії, розказали, як святкувати і як уже після свята себе виводити. Із цієї шлункової депресії, назву її так. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із спеціалістом менеджменту медицини та фармації Павлом Левковіць. Дякую вам.